Да, basic, ну, callback не included, и в callback не included basic stat. Это позволяет и методы инстанса, и методы класса держать в одном модуле, по сути, в одном файле, скажем так, хотя бы. Собственно, теперь у нас в инстансе класса C появится метод x, а в самом классе C появится метод y. Так, и сейчас мы, по-моему, приедем на последний слайд под мету, да? Фантаск. А, метаконс. Удачи, happy debugging. Метаконы, они на самом деле весьма хороши. Да, они нисколько не простые. А я не помню, я давно проходил. Так, вообще есть. Так. Хороший пример подал, да. Это же до следующего турнира, да? Да. Кстати, немножечко вещей, которые не было рассказано. Есть еще метод, который позволяет вам в классе обнаружить список этих, список модулей, которые в классе или модули, в принципе. Позволяет обнаружить список подмешанных в него модулей. Это метод includeModules. Ой, includeModules. По-моему, так. Бесполезно, но интересно. Ancestors возвращает список предков. Ну, это вам, по-моему, уже рассказывали, да, Денис? Ancestors. И я вам сейчас еще расскажу в качестве бонуса то, что вам вряд ли пригодится в ближайшие полгода, но может пригодиться. Вот, ура. Но может пригодиться, когда все перейдут на Ruby 2.1. В Ruby 2.1 появилась следующая фича под названием Refine. Refine позволяет подправить класс не во всем контексте выполнения, а конкретно в этом файле. Это такой monkey patch, очень локальный. Refine отказались поддерживать? Да, это было новость, на самом деле они достаточно медленно работали. Refine? Да. Ну, так их же переписали. Ну, суть в том, что, по-моему, Rubinius и JRuby, они решили отказаться от поддержки рефайнментов, потому что это будет очень медленно работать, что... Там запутано очень сильно. Запутано и непонятно, что это такое. Денис, я тебе более того скажу, что в случае JRuby я даже не представляю, как бы они это сделали. Учитывая то, что им все равно JVM байткод генерировать, а... Так можно. Можно в Java такое делать. Ну, вам лучше знать. Слава богу, я Java не знаю. Мы можем на этом подсовывать. Ну да, у вас церемониального кода... Ну, я не юрист. А, смотри, когда тебе сразу посмотрела половину аудитории. Я не джавист. Пацаны, я не джавист, я случайно. Кстати, с тем же этим... еще, в принципе, если вы хотите разобраться с метапрограммированием немножечко лучше, очень многое из этого всего... Очень многие эти методы, которые, собственно, являются собой основой метапрограммирования в Ruby, являются instance или класс... Нет, все-таки instance методами класса модулей. Там, собственно, все основное. То есть alias метод там определен, класс eval, класс exec, класс variable get, instance variable get и прочее все. Куча колбеков, по-моему. И вы будете смеяться, но паблик является на самом деле методом класса. Паблик? Да, паблик является методом класса модуль. Мы же деревами, но все это сообщение. Да. В том числе такие... То есть это... Неожиданные вещи. Оно не является ключевым словом. Как, например, класс или модуль. Просто на метаконс.
Сейчас. Я кину их в чатик. Ну, необычно. Слушайте, КТ, а у кого метакон с... Есть готовая ссылка. А давайте ссылку в слайде. Мэтт-вайн. Кто их сейчас правит? Никто не правит. Денис, это ты имеешь в виду? Метакон. Этот Рубиквиз, который? Да. Ну, мы могу ошибаться. Да, это Рубиквиз. Это Рубиквиз, 67-й, если быть точным. А он не открывается уже с полгода и там... Да ладно! Да? А это что? Сейчас, если оно откроется? Понимаю. Я даже на Stack Overflow нашел вот вопрос, почему не открывается. И тут все исправили. Вот, собственно, возможность его скачать. Так это в одном RB все? А, да, в одном RB все. Добро пожелать в ад. И, собственно, завершающее метапрограммирование. По поводу метапрограммирования, собственно, как до меня уже говорили, и я еще раз повторю, если у вас есть возможность его избежать, лучше избежать. Что? Избежим домашнее задание. Нет, а вот домашнее задание избежать возможности нет. Извините. Можно вопрос? Да, конечно. Если вводить basic object .class, то он выводит класс. А если у класс суперкласс, это модуль. Так что все-таки такое класс? Что это за сущность такая? Класс? Подожди. Давай я тебе сейчас подойду. Смотри. Basic. Ну вот смотри, basic object класс. Ты спрашиваешь у класса basic object, представителем какого класса он является. Он говорит, что он класс, ну да, потому что это класс basic object. А предка у этого класса нет. То есть у класса класс, это тоже класс. А вот тут-то и начинается самое интересное.